Вот Таня купила цветок. Мурманск повезет. Замиокулькас. Ну, все, наверное, такой зеленый видели. А вот черный я тоже первый раз вижу. Какой интересный. Против. Что будет, Нонти? Курица. Курица. А ты постригся, что ли? Я смотрю, у тебя что-то голова какая-то не такая стала. Может, ты одну решетку включишь? Да, у меня больше три нету. Эх. Интересная погода. 31 градус был весь день. Сейчас вдруг откуда-то облака. И гром погромыхивает. Главное, посмотрела погоду. Дождя не пишут. Но написано, в Калиновке гроза. Калиновка – это вот та деревня, которая через поле от нас. А Костя с Таней и с Сашкой поехали погулять, наверное, на променад. А тут вон чего начинается. Интересно, будет, не будет? Дождик-то. Может, обойдется? Я только все полила. Ой, ну он чего-то какое-то, да. Сейчас поглядим, что будет. Сейчас главное только камеру выключишь, и что-нибудь начнется. Но это вот как всегда, девчонки. Закон бутерброда. Он погромыхивает, да. Погромыхивает. Господи, что-то ведь хотела вам сказать. С этой грозой. И забыла. А, вспомнила. Написала мне одна красотка, что у меня бусы все одинаковые. Ну, не знаю. Все мои украшения в единственном экземпляре. То, что сутуары я делаю, ну, похожи они фурнитурой. А так абсолютно разные. На силиконе тоже разные. Форма одна. Ну, так извините меня. Я делаю то, что модно. Просто бусы я не делаю. Очень там, в крайнем случае. Ничего себе. Одинаковые. Да. Мне все время хочется спросить, покажите, что вы делаете. В основном-то такое пишут те, кто сами-то ни шиша делать не умеют. Ну, правда ведь, да? Не знаю, нравятся мне ситуары. Нравятся. И с каучуком мне нравятся украшения. Вот я их и делаю. Да, кстати, я совсем что-то перестала на ювелирном тросике делать. А знаете почему? Два раза обожглась, что фурнитуры хреновые. И как-то вот перешла, стала так делать. Не знаю, вот стукнет мне, я что-нибудь другое начну делать. Делать такое. Так, дождичек начался. Вот так вот. Сейчас вернуться назад. Собирались погулять там вечерком. Но они вчера катались на колесе, обозрение. Мне Сашка так рассказывал. Ой,
высоко. Я говорю, ты не боялся? Нет! Ну, наверное, с папой не страшно. Костя там оставил коробку, но он накрыл ее, но все равно доделывает там с той стороны вот эту крышу. Ну, грозы-то нет, наверное, ушла уже куда-нибудь. Давайте только не будем, ладно? Моим осталось-то 2 недельки. Поменьше даже уже. У Кости загар такой рабочий, крестьянский. Как в футболке ходит и в шортах. Все. Красные ноги и руки. И голова. Постригся, в Симферополь-то ездили. И так смешно сзади. Красная шея и белая вот эта незагорелая, где волосы постригли коротко. Ну ладно. Ушла, видно, гроза. Ну, я пока с вами поболтала. То времени совсем нет. Вот звонила мне Александра. Ей украшения надо переделать. А я ей в телефон мне, Олежка, нажал кнопочку. Я ей говорю, я вам перезвоню через 10 минут. Делала, ну, кирпичики эти декоративные. Он, что Таня тут цветами-то занимается. Вот я их на цемент сажала. А я же не, в перчатках не могу работать. И перемажусь так, руки по локоть, блин, в цементе. Я не умею инструментом работать. Я руками замазываю вот это все, вот это вот. Ну вот что поделать, вот так вот. По-другому не умеем. Ой, ливанула. Ой-ой-ой-ой, мокро. Вот так вот, пошли гулять. Ну, конечно, после дождика хорошо. Свежий воздух. Но только лишь бы не затягивало. Вот чего. Потому что надоело уже. Дожди, дожди, дожди. Ну, ладно, что ж делать. Сейчас приедут мокрые все. Наши гулёны. Вот так вот. Неожиданно. Никто ничего не обещал. Опять гремит. И закат сегодня не снять. Что-то прям не нравится мне. Но красиво. Небо-то какое. Где-то там ведь солнышко прячется. Дождик практически прошел. Только туча опять. Может, еще ливанет. У нас квадрик стоит на улице. Пойду-ка я. Мои вернулись. А ничего, такие. Улыбаются. Саня там голосит. А, это Костя квадрик завел. Так темно прям. А хотя и время тоже 8:30.
дай-ка свет выключить, посмотреть. Посмотреть хотите, идите сюда, вон на крыльце. Да, гроза-то разошлась. Вон, там стреляет. Разошлось со всех сторон. Смотри, смотри там. Взорвался. Ой. Смотри, вон, парни, сюда заходите. Взорвался. Взорвался, наверное, над нами стреляет где-то. Так она это и с той стороны. Вон, вон, да вон же вспыхивает, вон везде. И с той стороны. Смотри тоже туда, в небо смотри. Вон, вон, вон туда. Вон, видишь? Смотри, смотри, вспыхивает. Да, вот тут такие грозы. Ух! Как начнут шарахать. Сейчас бахнет. Так, пошла-ка я домой, ребята. Не люблю я этого. Доброе утро, мои дорогие. Да, и вон птички собрались все на собрание. Обсуждают. Ну, чё, блин, за погода? Ну, что это за лето, а? Ну, посмотрите, что творится. Опять всю ночь лил дождик. Как людям отдыхать, загорать, купаться, непонятно. Ну что, вот обрезала я желтенький кустик свой. Все, отцвел. Будем ждать следующего цветения. Да, цвели бы все лето-то. А то только ходишь вон, обрезаешь. Ну вот, цветут. Вот эти цветут. Этот тоже уже он обрезал, обрезал. Еще вон сколько обрезать надо. Уже отцветает. Ну что поделаешь. Еще Шекспир сказал: ничто не вечно под луной. Так, а я вон белье повесила. Вон разгром наш. Не знаю. Посмотрела погоду, пасмурно пишут. Будет ли дождь, не будет. Мой зонтик веревочный весь поник, мокрющий. Так, ладно, надо посуду помыть вчера. Не помыли посуду. Гроза и дождь всех перепугали. Не столько перепугали, конечно, но грохало. Уже потом все ночью свет выключали. Я проснулась 2:30. Вижу, что горит огонек, нет интернета. Свет вырубали. Вот. Ну, в общем, ладно, мои дорогие, начинаем новый день. Сегодня мне к нотариусу надо съездить. Ну, остальные дела посмотрим. Еще у меня осталась одна комната неразобранная. В сарае. Надо разбирать мешки с мусором. Ой, выносить просто, я не знаю, сколько всего. Это ты для чего делаешь, Саш? Не знаю. Не знаешь? Так кручу да кручу, да? Скажи. Вентилятор это у тебя? Ясно. А это цепь называется. Это цепь. Что это называется? Цепь. Это шестеренка. Да, это шестеренка. А это? И это тоже. Человек познает мир. Ну, к победу. Ой, к обеду погода вроде разгуливается. А так, солнышко-то не печет. Но это самое сгореть. О,
сколько вкуснятины. Обалдеть. Вот так вот. Валяется на дороге. Ну что, у нотариуса я была, документ получила. Сейчас вот жду, почта откроется с обеда. Отправлю. Да, погода разгулялась. Все, прям солнышко. Все как надо. Девочки, сегодня практически все комментарии я почитала. Ну, наверное, еще не все совсем, но много прочитала. Очень много про себя прочитала того, чего я и не думала. Но без этого никак. Очень украинцы волнуются, да. Очень переживают. И не знаю, откуда там столько во мне злобы и ненависти. Но то, что я сказала, правда, что оставили после себя разгром, блин, ни дорог, ничего. А какая же тут злоба и ненависть-то, миленькие? Ну, это факт. И никуда не денешься от этого. Ну, читать, конечно, это неприятно, но что делать, пускай пишут. Вот, спасибо вам, мои дорогие, что смотрите, пишите комментарии. Спасибо, мои хорошие. Ну, практически пишут-то редко, когда кто-то новый что-то пишет. А так пишут-то мои лапуськи. Девчоночки хорошие мои, которых я уже прям практически знаю. Уже не чужие мне люди. Вот. Ну, а что делать? Пусть пишут. А я-то как снимала, так и снимаю. Знаете, как говорят, собаки лают, караван идет. Ой, хорошо, дело сделала. Все отправила. С Галочкой поболтала. Ой, какой цвет вот у этих роз. Теперь можно ехать с чистой совестью домой. Хотела сходить на пляж посмотреть, но не пойду. Дел дома очень много. А то сейчас я пока туда, пока обратно. Угу. А эти другой сорт, но тоже такие желтые. Ромашечки мелкие. Что такое, девки? Что такие грустные стоим? Конечно, какого-то синюшного цвета. Загрустишь тут. Палаточки пооткрывались. Сегодня с Леной Баттл разговаривала. Они там изнывают от жары в Питере. Я говорю, а у нас не так жарко. Ой, господи, все наоборот. В Москве, в Питере жарище. А у нас довольно-таки комфортно. Да еще грозы по ночам такие. И тут у храма он разных цветов. Ой, не у меня одной в таком виде неопрятные. Вон, смотрите, какие интересные. Ой, какие. Как из ткани прям кажутся.
Ну, я стараюсь обрезать свои розы вовремя. Но не всегда получается. Тоже какие интересные. Оранжевые с желтеньким. Хорошенькие. Ну, хорошенькие ведь, правда? Необычные. Вот я не видела, в прошлом году не было таких. Многие мне писали, девочки, что нравятся им кактусы. Вот, смотрите, сколько. Это еще не все. Ну, красота, правда? Красота. Вон там маленький еще. Она маленькой, весь в цветочках. Так, Таня уже розочки посадила тут. Нет, там еще есть одно ведерко. Мои дорогие. Спустя 2 часа еще больше распустились. Ой, как я люблю, как он цветет. Ой, ну прелесть-то моя. Ну прелесть. Угу. И запах такой какой-то, прям не знаю. Он такой неярко выраженный. Ну прям, ой. Ну, муравьи бегают. Время почти 4 часа, у меня все спят. И Костя, и Таня, и Саша. Ну, жарко, чего, правильно? Пускай спят. Время почти 4 часа, у меня все спят. И Костя, и Таня, и Саша. Ну, жарко, чего, правильно? Пускай спят. Так вон, 30-ка сегодня. А время-то уже к вечеру. Ну, не к вечеру, 4 нет. Наверное, нормально. Убрала этот цветок в тень. Спасибо, девочки, что написали, что он не любит прямых солнечных лучей. Расти, мой дорогой. Ой, эти пошли, розочки. Пошли расцветать. Маленькие такие. Прям маленькие. Я не знаю, как они называются. Это какие-то, наверное... Плетистые, да, розы? И палка-то вся вон. Со вчерашнего дня осталось только вон наверху еще распуститься. Тоже вроде, да? Колючка-колючкой. Ну, сам-то цветок-то колючий такой, острый, у него такие вот эти... Прям шипы на концах. И такая красота цветет.
бассейн грязнючий. Сказали пацанам помыть сегодня с утра. Нет. Что уже сегодня не покупаешься. Уже сейчас, если помыть, поменять, вода не нагреется. Чё б сюда посадить бы? А может, Миша приедет, я ему и подарю его, пока он еще чистый и новый. Вот такое видео получилось. И вчерашний день, и сегодняшний. Ну, на этом я буду заканчивать. А то длинное будет. Давайте, мои дорогие. Пока. До завтра. Хорошего вам вечера. Пусть все будет хорошо. Прям вот я вам этого желаю, чтобы все было хорошо. Ну и Бог даст, увидимся завтра. Я вас обнимаю. Пока-пока, мои дорогие. Always a moon when the tide is